Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Сергей Пикапов, и сегодня у нас будет раскрыт четвертый секрет сервиса облачного майнинга EOBOT. Итак, что же это за секрет? Сегодня мы будем я расскажу о том, кратко, как работает реферальная программа и что из этого может получиться. Итак, мы переходим снизу на вкладочку «Referrals», вот такая вот звездочка, да, и плюсик. Итак, мы видим, какое количество рефералов у нас есть. Дальше. Что с этим можно сделать? То есть давайте вот прочитаем. Вот здесь есть условия реферальные. Давайте мы сейчас выберем язык русский и переведем данное сообщение. Вот. Вы получаете 1% от каждого, кто пришел по вашей ссылке и использует программное обеспечение или же шахтера, или же облако. Шахтер, это имеется в виду, что когда вы покупаете ASIC или же там берете, там скачиваете программку для майнинга именно на своей видеокарте. Ну, не буду загружать вас этими вещами. Нам достаточно облачного майнинга, который работает без необходимости включения компьютера постоянно. То есть вы раз запустили, зарегистрировались там, дальше сделали определенные действия и, соответственно, начали получать рост ваших мощностей и рост криптовалют. Если для вас это пока сейчас еще как бы звучит страшные неизвестные слова, да, то чуть позже вы уже начнете, ну, довольно-таки неплохо ими владеть. Итак, 1% от каждого пользователя. Вы можете приглашать неограниченное количество людей. Бонус зачисляется каждые 24 часа. И видны в истории. Бонусы будут здесь зачислены в зависимости от того, добычи режим вы выбрали. Что это означает? Если у вас сейчас майнится облако, то бонус будет зачислен на облако. Если у вас майнится криптовалюта, то бонус будет зачислен на криптовалюту. Теперь давайте посмотрим исходный текст и посмотрим. Вот у меня небольшое количество рефералов. Часть из них кто-то что-то делает. Так, МХЭшки никто не покупал. ГХС 2.0. 2 человека, 3, 4, 5. Вот, нет, 5, 4. 4 как бы активных у нас реферала. Их 7, а 0, 4 только активных. Вот, как-то так. То есть приглашайте рефералов. Вот здесь будут вверху ваши ссылочки для приглашения. Одна ссылочка, вторая ссылочка, третья ссылочка. Приглашайте, рассказывайте им о том, как здесь зарегистрироваться. И в зависимости от того, какие у ваших рефералов будут мощности, вы получаете определенный процент от того, что они там делают. То есть от того, ну, то есть именно процент от облака. То есть когда они не криптовалюту майнят, а именно облако. И вы прекрасно знаете, что при регистрации облака 0, поэтому, чтобы майнилась криптовалюта, его надо как-то увеличить. Поэтому все обязательно будут увеличивать облака. Соответственно, вы будете получать всего лишь 1%. Ну, это немного, но как бы на пассиве, ну, для пассива это вполне нормально. То есть вы пригласили людей, потом зашли, например, через недельку, через две, да, посмотреть, что у вас, ага, вот, есть какие-то там бонусы, да, у вас получено там 0,0,0,0,0, вот. Вот, некоторые из них будут бесплатно майнить, собирать валюту, криптовалюту по всему интернету, там, с кранов. Некоторые будут покупать облака, чтобы, ну, не заниматься, ну, этим, скажем так, тяжелой добычей, да, шахтерски, как говорится, там. Вот, так что приглашайте рефералов и успехов вам в этом деле. На этом все. Это был четвертый секрет. И самая интересная вещь, самый интересный секрет, это будет пятый. О нем вы узнаете чуть-чуть позже. На этом все. Если вам понравилось это видео, поставьте, пожалуйста, лайк. Если у вас есть какие-то вопросы, то задавайте в комментариях к этому видео. И, конечно же, подписывайтесь на наш канал. Будьте всегда в курсе событий последних в
именно вот в направлении облачного майнинга и криптовалют. У меня именно для этого будет отдельный раздел на YouTube-канале, где я буду, ну, собирать все самые интересные там вещи, которые связаны с облачным майнингом. Так, на этом все. До встречи в следующем видеоролике.